Есть будет? Нет. Не надо, она с крыши. Нет, спасибо. Доброго всем здоровья! Сегодня у нас короткое видео, я думаю, короткое. Оно будет посвящено сидению. Посвящать отдельное видео сидению я не собирался, но оно получилось довольно прикольное, и я сейчас покажу, как оно работает. Также у нас изменился немножко руль, и он стал намного удобнее. И сейчас это тоже мы это покажем. Итак, сиденье. Сиденье сварилось полностью из металлической трубы 15-й. Сначала выгнулась вот эта часть, эта часть гнулась каждая отдельно, но лучше надо было их две сварить. Причем надо смотреть, чтобы шов одинаково попадал или внутри, или снаружи. Тогда она равномерно гнется. Тут немножко так не получилось, но все равно. Потом, чтобы он гнулся по подобию кресла-качалки. Кресло-качалка есть в гараже. Я гнул и примерял кресло-качалки. Только укоротил здесь. Кресло-качалка длиннее. А вот этот угол, это угол кресла-качалки. Вот, приваривши сюда две трубки. Вот, пока все так вот стоит. И оно вот таким образом откидывается. Убравши вот эту досочку, оно опускается ниже. То есть угол вот этот можно менять. Осталось только придумать, как сделать. Как же, если есть мысли, кого-то напишите, как сделать, вот, чтобы менялось вот этот вот угол. Сидеть получилось очень удобно. Вот это вот этот. Как ее, веревка, фал, стропа была накручена сюда пробным образом, но она получилась крайне удобно, и просто надо придумать, как бы это сделать более эстетично. Возможно, еще проплести ее, возможно, не знаю пока, но об этом мы еще подумаем. Но сейчас на данном этапе сидеть очень удобно, или хотя бы может прошить вручную, чтобы оно не сдвигалось. Ну, а это как бы еще думаем. Также сиденье двигается. Сейчас я уберу струбцины. Держи. Сиденье двигается в длину. Тоже пока без фиксатора. Это, скорее всего, надо посмотреть, подсмотреть в каком-нибудь автомобильном сиденье какой-то фиксатор, который. Ну, мог бы, потому что длина ног моих и детей немножко разная, и все-таки удобно, когда вот это двигается. Более того, если вот эту штуку сделать, и если она будет двигаться крайне легко, то ее сиденье можно даже сдвигать, когда сюда как бы заходить. Вот. Но это тоже неизвестно еще. Опять же, есть мысли. Может, у кого-то какая-то мысль. В комментарии я все внимательно читаю. Огромное спасибо тем, кто рекомендовал вот эту крышу. Как бы вроде бы я знал эти зажимы. Но у меня и мысли не было, что есть такие струбцины быстрозажимные. Человек коротко написал. Вот такие вот. Вещи, сбросил ссылку на видео, можно использовать здесь. Действительно, есть быстрозажимная струбцина. Она там не эксцентрик, она, ну, долго объяснять, как она работает. И она сжимает вот так. То есть ручка опускается вниз, она щелкает и зажимает. То есть если ее расположить на вот этот верхний подвижной узел, то зажимаясь, она будет зажиматься за нижний, и он в любом месте, только здесь немножко вот этот... перемычку надо будет отнести сюда, чтобы она не мешала, и в любом месте его можно будет зажать, как в закрытом, так и в режиме, ну, где-то вот в таком проветривании. То же самое и с задней. Вот
Натяжитель цепи, который я в прошлый раз говорил, и он толком не работал, сейчас работает. Надо поставить еще дополнительный натяжитель вот сюда и ослабить этот. И этот элемент, узел будет работать. То есть педали работают не очень быстро. Ну, все поехало, особенно когда стало вот это сиденье, стало довольно удобно. И все на этом. Про сиденье рассказал. Про руль. А, про руль. Два слова про руль говорил. Руль разрезался в тех местах, где он был сваренный. Вставилась вот такая трубка 10-сантиметровая. Руль поднялся выше и отодвинулся в сторону. От того, что, естественно, рычаг стал больше, руль стал довольно легко поворачиваться. Вот. То есть рулить стало намного легче и приятнее. Все. А, вот еще то, что... для чего же я делал все-таки вот это вот... ну, это-то понятно, регулировать по высоте. И получилось, что он будет не только регулироваться по высоте, а вот здесь он... Было сначала выше сделано, потом все это срезалось специально, чтобы... И он складывается. Оп, и складывается. И здесь, допустим, если переводить второго пассажира, выйти самому, посадить пассажира, сложить сиденье и запрыгнуть в этот самый самолет на колесах. Гадкий утенок, как я его прозвал в прошлом видео. Все, все, что знал, рассказал. Вот эту штучку ложу сюда. Это пока есть регулировка высоты сидения. Даже вот это и тоже работает, как бы. Ну ладно, наверное, я запрыгну. Стой, ограничитель сидения, чтобы мне это двинулось. А, ограничитель надо сделать. Снимем в руках. Сейчас мы поставим ограничитель сидения. А, нет. Это не мое положение, мое где-то вот здесь. Ну, ты пока. Прервись. Тут закрепить, ты говоришь про эту балку, ага. Да? То если не здесь, как бы, а вот здесь, чтобы он закреплялся, был и так вот ездил, хоп, закрепился, и все. Не надо ничего убирать. В смысле, ее приварить на низ? Да. А сверху двигаться? Ну, можно и так. Но деньги вперед. Ух ты, стой. Довольно интересно стало ей. Барт, иди на место! Все, кто хочет покататься? Я. Запрыгивай. Ну это конечно, чтобы не закрыл, вообще не поехал бы, да? Что сломал? А, сиденье поднимается, да, там еще надо. Ловлю! Вот это сила! Все, на этом мы закончим это короткое видео. У нас в автомобильчике появилось сиденье и изменился руль. Пока он удобный. Если он и дальше будет во время... Покрути туда-сюда. Во время тестовых испытаний и дальше будет такой же удобный, он переделается такой же, только более надежный. Свободен.
Двигатель из Китая еще не выехал, так что электрическим он станет не скоро. А, по поводу стекла. Стекло вроде бы как надо туда не пластиковое, не монолитный поликарбонат, а желательно стекло, настоящее стекло. Но если я узнавал, у нас клеят с двух стекол, ну, этот, склеить между ними, чтобы оно не билось, два стекла, четверка и еще миллиметр внутри, выходит 9 миллиметров, это сантиметр. Это, ну, я не знаю, пуленепробиваемое получится. Если вот, если взять обычное стекло и изнутри его проклеить пленкой, ну, какой-то там, не знаю, вплоть до того, чтобы просто тонировочной или какой-то специальной пленкой, станет она от этого, ну, нормальным стеклом, будет оно при разбивании, не будет ли оно опасно? Вот это вопрос, может кто-нибудь знает на него ответ, напишите, если у нас есть такие специалисты в этом деле. И еще, режется ли автомобильное стекло? Как бы стекло какое-нибудь, вот даже там вот стоит стекло, какое-то старое от автомобиля. Есть ли возможность резать автомобильное стекло? Может, охлаждая его, обдувая или обливая водой, или какие-то круги есть? Насколько я знаю, нет. Может, кто-нибудь знает, то тоже напишите. Все. На этом все. Всего хорошего. До свидания. И главное, мира вам. Ты уже не лежачий, ты полностью лежачий. Вот сейчас ты напоминаешь Даника на гонках. Все, стой. Тормоза где? Рули немножко, рули. Еще перевернись. Слетела. Все, приехали. Не жалко же развалится. Не развалится. Как? Повтори. Она была маленькая, а подтаяла, вообще маленькая стала. Залазь с ногами. Сюда, Игорь, с ногами. Сюда, с ногами? Ну. Не хочешь камера? Она скользкая. Ну ты знаешь, как красиво будешь падать? А ты вон за деревце держись. Выдержала? Второй медведь, давай залазь. Второй медведь. Нет, два медведя, игла не выдержит. Тем более, не такая. Я на первый этаж. Слушай, Влад, а может построить иглу двухэтажную? Нет. Хотя, я тут же. Все, сласти.